ребят, всем привет. Всех рад видеть на канале. Сегодня вот выбрались на Ветлугу. Втроем на Неве. Немножко пофидрить. Завтра съездим со спиннингом, покидаем в ту бухточку. Потроллим где-нибудь здесь по руслу. Сегодня ловить буду вот с такого острова. Островка, вода прибыла. Сильно здесь обычно пляж в этом месте. Но в этом году дожди постоянно проливают. И вода поднялась. Ну и, наверное, держит водохранилище. Два фидера сейчас поставлю здесь. Половим на опарыша. Да, ребята, и вот сегодня такой решил провести эксперимент. Что будет, если взять с собой рыбу на рыбалку? Сегодня взял такую вот сайру, скумбрию и такой вот подлещик вяленого, сушеного. Сейчас проверим. Верны ли. Вообще рыбацкая легенда гласит, что если взять с собой рыбу на рыбалку, то клёв не будет. Вот сейчас проверим, будет ли. Все, ребят, замешиваюсь своей прикормкой самодельной, которую вы уже видели. Ссылочка будет вот здесь. Здесь увидите, как делать такую прикормку. Вот. Замешу побольше. Прикормка пахнет замечательно. Арахисом, жареными семечками. Сейчас добавим меласки шоколадные. И добавим, как всегда, кукурузки. Отлично. И, как всегда, бандюлька. Для запаха. Немножко кукурузки добавим, свеженькой. Помнем ее. Помнем. Для запаха. Вот такой составчик. Сейчас замешаем. Будем ловить. Не волнуйся, говорили, что прикормка, вот этот состав, будет либо очень липкой, либо наоборот, не будет слипаться. Вот, посмотрите, хорошо слипается, но при этом очень легко разбивается на комочки. Так что прикормка вполне по клейкости, по вязкости неплохо себя показывает. Наверное, сейчас будет дождь. Дует довольно-таки холодный ветер. На улице где-то градусов, не знаю, 13. Вот такая вот рыбалка сегодня. Веселая. На улице ливень. Точнее, на реке ливень. Рыба не клюет. Ребята, первая поклевка. Мелочь какая-то.
дождь, в ливень. Пустим в доброе плавание. Ребята, рыбные проклятия в действии. Сидим у костра, греемся. Сыро, мокро, холодно. Рыба не клюет. Время 8:20. Клёва до сих пор нету. Заварил такую кашку на завтрак. Быстров, клубника с молоком. Овсяная. Сейчас позавтракаю и схожу. Спиннингом покидаю немножко. По берегу. Может быть, щучка какая-нибудь клюнет. Ребят, на крайнюю удочку, вот на эту была поклевка. Что-то сидит, походу, небольшой, сейчас проверим. Стандарт сегодняшний. Что это у нас такое? Плотвичка. Вот самый большой экземпляр, что мне удалось поймать. Такая вот плотвичка, побитая уже. Сейчас мы ее отпустим. Крупнее ничего не было. Третья рыбка за вечер, ночь и утро. Не густо. Ребята, вот такой грустный финал нашего эксперимента. Видите, пустой садок. Рыба не клевала. Не знаю, что там виной. То, что я взял рыбу, или просто такая погода. Но результат, как говорится, налицо.
Сколько я поймал? Штучки 3. С ладошку 3-4 за 2. За вечер, за утро, за ночь. Ночью почти не ловил. Вот, вся рыба была благополучно отпущена. Пусть подрастает. На спиннинг тоже ноль. Сейчас троллили с другом. Кидали. Бесполезно. Все, ребят, на этом видео закончилось. Всех был рад видеть на канале. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте несколько комментариев. Это будет очень полезно для канала, будет приятно мне. К сожалению, рыбалка не удалась. Виной тому, взятая рыба или нет, я не могу сказать, учитывая то, что клевало, точнее не клевало, в принципе, у всего берега. Не знаю, погода вроде бы хорошая, но клёва нет. Ну, в общем, вы сами все видели. Спасибо, что смотрите. Обязательно еще раз подписывайтесь. Еще поставьте несколько лайков на других видео. И помните, что одной рыбалкой сыт не будешь. Ездите чаще.